Конечно. Молодцы. Такое ощущение, что у меня какие-то, видимо, кого-то я обидел с ФСО, да, и они мне решили отыграться на этом ремонте. Но у меня с ФСО замечательные отношения вплоть до самого верхнего начальства. Ну, я же, если вы слушали, я очень ясно скажу, что на машины, которые старше 3 лет, бывают скидки на запчасти, на работчасы. Ничем этим не восходит. Так, может, они починили, снова ездили, потом еще какие-то аварии. Предположений может быть много, но факт то, что все, что они подали в документах, ну, десятки вопросов, и все не совпадают. Мне это уже как спектакль, как действие, которое... Чем закончится это кино называется, да? Надо его досмотреть. Нет, я не герой, я просто участник ДТП, но так случилось. Бывает. Ничего интересного, ребят, бумажное возьму.